Композиція з глибінь минулого. Ансамбль кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств под руководством Светланы Гурковской с композицией «З глыбень минулого». Гудковской. Прошу прощения, друзья. Светлана Вячеславовна здесь у нас в зале сегодня присутствует. И, конечно же, организаторы турнира, клуб «Кинезис», Павел Мусько и Виталий Симонов. Хотели бы сказать вам буквально несколько слов благодарности. Они не готовились, но я уверен, что у благодарных учеников всегда есть что сказать своему учителю. Добрый вечер. Мы очень рады видеть вас на нашем мероприятии. И мы вместе с Павлом хотели бы выразить слова благодарности за те годы, которые вы провели с нами, за все то, что вы в нас вложили, и благодаря чему мы, в принципе, сейчас, наверное, здесь и находимся, именно здесь, в стенах одного из зданий Белорусского государственного университета культуры. Спасибо вам огромное за все то, что вы нам подарили. Спасибо от души. Аплодисменты, друзья. Это всегда трогательные моменты, и они прекрасны. Ну что же, турнир «Кинезис Старс 2021. Открывает четвертое вечернее отделение, и первыми на этот паркет выйдут...